Добрый вечер, шановні панство. Вітам всіх сердечно в кольному очинку читаємо в дому зі школи XYZ. Називам ще Кирил Канадський. Dziś, jak obiecałem, będzie wywiad z nowoczesnym rosyjskim pisarzem Władimirem Trapieznikiem. Владимир, приветствую вас в нашем проекте «Читаем дома со школы XYZ». Вы закончили факультет физический, психологический, однако стали писателем. А что вас вдохновило на написание своих произведений? Причем, кстати, замечу, замечательно. Спасибо большое. Здравствуйте, ваши уважаемые зрители. Ну, вопрос на самом деле любопытный. С одной стороны, интересный с другой стороны и совсем непростой с третьей стороны. Ситуация заключается в том, что ну, с детства, как-то там где-то класс с 5-6 школы, я увлекался, увлекся, назовем это так, астрономией. Всерьез увлекся. Сначала там прочитал первым, кстати, учебником, который мне попал в руки по астрономии, был учебник для 10-11 классов средней школы, вот, в котором, значит, так назывался учебник астрономии. Сейчас, по-моему, таких даже в школе уже и нет. А тогда это был старый учебник, и валялся он на подоконнике лестничной клетки. То есть кто-то отучился, выбросил этот учебник за ненадобностью. Вот я взял этот учебник, посмотрел, там столько всего интересного мне показалось. Ну, я не знал ни созвездий, ну, звезды, так смотрел на них, вот звезды. Мне казалось, что никогда в этом разобраться невозможно. Вот. А потом вот почему-то так это сложилось, что я посмотрел уже в учебнике, вот в этом, который был написан для детей гораздо старше меня, а я учился в классе в 5-м. В 6-го, а учебник был для 11-го класса. Тогда тоже 11 лет учились. Потом учились 10, потом опять 11, вот как сейчас. И я посмотрел, как вообще-то говоря, можно изучить звездное небо. Я сделал так называемую подвижную карту звездного неба. Там вкладка в учебнике прилагалась. Тот человек, который выбросил учебник, не удосужился эту карту себе сделать. А я сделал. И вот я, так сказать, очень здорово научился разбираться в звездах, в созвездиях. Потом дальше больше. Вообще говоря, много чего меня интересовало в этих звездах. Я узнал, что там, оказывается, в бинокль даже уже можно разглядеть гораздо больше звезд. Среди этих звезд много всего интересного есть, как звездные скопления, шаровые, рассеянные. Я узнал, что звезды имеют цвет, уже это видно в бинокль. Вот. А потом так случилось, что мне в 9-м классе, когда я учился, у нас в школе купили телескоп, которым никто не пользовался. Его, видимо, что называется так, про знарядки. Школа должна была иметь телескоп. Мне его, значит, это не мне, а в школу дали этот телескоп. Так вот, учитель физики, который у нас вел, должен был вести астрономию, в этой астрономии ничего не понимая, он этот телескоп дал на лето мне. И я с этим телескопом, в общем, на школьных каникулах летних очень много чего изучил. Да, еще один момент. Значит, уже с 7 класса я узнал о том, что при Московском планетарии существует астрономический кружок. Я туда пошел, записался в этот астрономический кружок. Вот в этом кружке я занимался. Я там познакомился с замечательными ребятами, моими сверстниками. Вот. У нас, что называется, объединяла любовь к астрономии, как таковой, как к науке. У нас был замечательный, совершенно потрясающий руководитель в этом астрономическом кружке Александр Багров. Вот, к сожалению, ныне покойный. Буквально в июле он ушел из жизни. Тогда он был молодой совершенно парень. Он был всего лишь навсего там лет на 12 старше нас. У него должность была научного консультанта Московского планетария. Он закончил тоже физический факультет, только гораздо раньше меня. Вот, и он был научный консультант. Это было первое распределение его
после вуза. Это был сам по себе настолько интересный человек, он увлекательно умел рассказывать про звезды, и не только про звезды, про планеты. Он знал массу такой информации, которую не вычерпаешь ни из каких письменных источников, таких, во всяком случае, доступных, вот, которые школьникам могли бы быть доступны, потому что я не беру научные журналы, потому что там, если какие-то шли формулы, мы просто в силу своего образования их не могли постичь. А он умел донести все доступным, простым, понятным языком. Совершенно очаровательный человек по жизни, неунывающий, веселый. Вот он ушел из жизни профессором, доктором физико-математических наук, сотрудником Института астрономии Академии наук, ведущим научным сотрудником. Очень, кстати, был последние годы популярен у него на «Маяке» радиопрограмм. Была своя передача, очень часто его показывали во всяких научных программах по телевизору. Вот. Ну, так вот вышло, что вот, к сожалению, на 76-м году жизни его не стало. А проектов у него было масса. Ну, ладно, о себе. И вот, короче говоря, закончив школу, я знал, куда мне поступать. Я поступал на физический факультет, в Московского университета. На этом факультете Московского университета на физическом было отделение астрономии. Но так случилось, что там было 25 человек на место на отделение астрономии. А на отделение физики, которое я очень любил, было 12 всего человек на место. И я не рискнул поступать туда, где было 25, предпочел 12. Ну, как выяснилось позднее, по баллам я мог бы пройти на астрономическое отделение по набранным баллам в результате экзаменов. Вот. Ну, что, как срослось, так срослось, как сложилось, так сложилось. Коль скоро я подавал на общую физику, то я и поступил на общую физику. Вот. Хотя это, так сказать, вовсе не потеряла своего, что называется, астрономия не потеряла своей прелести в моих глазах. До сих пор, выходя на улицу, если звездное небо, я с удовольствием узнаю знакомые созвездия. С удовольствием супруге своей показываю звезды, показываю, где расположены какие-то интересные объекты. Безошибочно могу определить, какая планета взошла над горизонтом, вот, что это такое за планета. Это или это какая-то звезда, во всяком случае, никаких проблем у меня это не составляет. Ну, вот такая любовь у меня прошла лейтмотивом красной линии, ну, вот считайте, по сегодняшней день моей жизни. Вот, что касается, это про астрономию. Вот, физик, мои достижения в физике. Как физик я, в общем-то, состоялся. Я закончил вуз, потом я учился в аспирантуре, я защитил кандидатскую диссертацию по физике, правда, никакого отношения не имеющую к астрономии, это по физике низких температур, вот. Но это был конец 80-х годов. 80-е годы конец, кто помнит, а молодое поколение наверняка не помнит, а в лучшем случае только наслышан от своих родителей, это была перестройка, так называемая, в Советском Союзе. Что творилось вообще в научном мире, сказать трудно. Точнее, можно обрисовать одним словом, полное безобразие творилось. Развивались бурно всякого рода коммерческие организации. На науку как-то, так сказать, перестали обращать особо внимание. Дело складывалось так, что какой-нибудь коммерсант, который торгует шашлыками, получал в 10 раз больше университетского профессора. Ну вот, в 89-м году как раз я защитил диссертацию. Я понял, что на науке с точки зрения финансово-карьерной делать уже нечего. Ну, так мне показалось. Ну, в общем, я был прав, а мне еще надо было кормить семью. У меня к тому времени было уже двое детей. Жена, которой не платили
на работе зарплату. Жену я, естественно, с этой работы забрал. Она туда ходила ежедневно с 8 утра, к 8 утра, и должна была уходить где-то оттуда только часов в 6. Зарплату задерживали на 2-3 месяца, да и зарплата была такой величины, что не приведи Господь. А я очень неплохо в это время зарабатывал. Зарабатывал на книгоиздании. В 89 году я зарабатывал на книгоиздании. Очень был популярный. Американские авторы, ну тут свобода случилась, полная, значит, раньше у нас все, что печаталось из зарубежной литературы, проходило всякую цензуру, далеко не все переводилось, а тут вдруг, пожалуйста, свобода, хлынул поток всякого рода литературы, не переведенной сюда. Советский Союз, тогда еще в 89 году это Советский Союз, нашлись люди, которые стали переводить, вот, ну и, естественно, нашлись люди, которые захотели на этом сделать небольшой бизнес, как позднее оказалось, этот бизнес был довольно прибыльным, издавать эти книги. Причем издавать эти книги получилось очень действительно прибыльно, еще и в том смысле, для тех, кто умел перевести и организовать эту литературу качественно. Потому что очень часто книги издавались в таком виде, что вот был черный подстрочник. Что такое черный подстрочник? Это просто-напросто вот человек, который никогда с литературой не имел никакого дела, но язык знал. Он переводил эту книгу как мог. Тут же ее хватал какой-нибудь издатель, а там словесные обороты, именно словесной литературой там и не пахло, они в этом виде издавали. И вот эти книги появлялись на прилавках, люди покупали, начинали плеваться. А у нас было издательство очень серьезное. Там сидели люди талантливо, литературно талантливые. Черные подстрочники мы очень хорошо обрабатывали. Заказывали иллюстрации художникам. И то есть получалась книжка очень хорошо сделанная, интересная. И нас покупали. Нас покупали, нам, что называется, даже делали заказы, отказавшись от многих других. Да, надо сказать, что в это время еще организовалась очень интересная, что у нас вот наша вот фирма, которая выпускала эти книги, называлась «Союзное творческое объединение молодых писателей-фантастов». Фантастика меня заинтересовала довольно давно, но наших авторов не печатали. У меня были кое-какие рассказы фантастические мной написаны. Вообще писать я начал довольно давно, еще будучи студентом. Но писать что? У нас своя газета была, Московский университет. Я там всякие заметки писал туда, размещал. Бывал, так сказать, какие-то рассказы из жизни стройотрядов, в которые я, будучи студентом, ездил много. С языком у меня было все хорошо. По той простой причине, что учился, во-первых, я в школе хорошо, а во-вторых, видимо, был в КАМ. У меня мать журналист. Вот. И я даже ухитрился на сочинении, за сочинение, когда я сдавал экзамен на физический факультет, получить 5. И это при том, что нам сказали преподаватель, который проводил консультацию, на которую я зачем-то пошел перед экзаменом, университетскими. Вы, говорит, особо много не рассчитывайте. Сочините, как мы филологам 5 не ставим. Так что больше 4 можете не рассчитывать. А я вот ухитрился получить 5 за сочинение. Таких людей, оказывается, за где-то последние тогда лет 10 было всего 3. Вот один из них был я. Так что писать я умел. Кое-какие рассказы у меня были, но они лежали в столе, потому что издание «Молодая гвардия», в которое я обратился в 87 году, ну, естественно, как любому начинающему писателю, написали какую-то разгромную рецензию, что это супер вообще чушь какая-то, а почитать их книжки, я смотрел, что они там печатают, это был ужас. Ну, так вот, и вот создалось такое издательство Всесоюза, даже не издательство, а Всесоюзное творческое объединение молодых писателей-фантастов. Это молодые ребята, которые писали фантастику. Ну вот.
И вот мы, молодые ребята, причем там, значит, как ни странно, организатором всего этого дела выступил новосибирский журнал «Сибирские огни». Вот, они заняли денег у комсомола тогда, первоначально на бумагу, на типографию, началась «Свобода», с типографиями можно было договариваться уже непосредственно, и вот мы создали такую штуку. И очень хорошо мы на этом жили, и прожили очень неплохо, где-то, ну, наверное, до середины 90-х годов. Это была действительно коммерция. Так, теперь, значит, о том, почему фантастика. Ну, этот вопрос на самом деле для меня достаточно прост. Вот так вот я сейчас пытаюсь сформулировать, как бы это покороче сказать. Дело в том, что фантастику я любил, детективы я любил куда меньше. Ну, любопытно, приключенческий жанр, да, почему нет. Ну уж, естественно, Льва Толстого я тоже читал, причем читал серьезно, от корки до корки, и в школе, и потом, да. Ну, сказать, что мне это произведение нравится или не нравится, это вообще ни о чем, потому что это произведение, оно и не должно не нравиться, не нравиться. Это глыба, действительно глыба, где разрисованы всякие типажи, но я понял, что в таком жанре мне творить неинтересно. А с фантастикой так. Где-то еще занимаюсь вот в астрономическом кружке. Это я учился в классе, наверное, в 9-м. Ну, так, чтобы было понятно по годам. Это где-то, по-моему, 72-й, может, 71-й даже. Нет, 72-й год. Вот вышеупомянутый человек Александр Викторович Багров, это руководитель нашего кружка, он принес пленку, на которой был запечатлен вот такая толстая рулька пленки, на которой, значит, был роман американского писателя-фантаста Эдмона Гамильтона «Звездные короли». А это было переведено произведение для издательства «Мир». Но издательство «Мир» поступало так. Издательство переводило определенное количество романов, потом там смотрела какая-то, видимо, цензура, значит, и вот эти вот переведенные, значит, произведения, с ним поступали так, вот то, что цензура одобряла, ну, скажем, там 10 произведений, цензура одобряла 3, их печатали, а остальные перевод, прямо вот перевод уже машинописный, его клали в сейф. И оно там должно было лежать, я не знаю, пока не сгниет, или пока не выбросит, или пока бумага не понадобится в макулатуру. Ну вот, а он каким-то образом, через кого-то, ухитрился вот этот перевод. Была замечательная переводчица Зинаида Бабырь, она работала в издательстве «Мир». Очень много, так сказать, в то время выходило ее переводов с английского. И вот она, значит, перевела, и вот ее труд лежал там в этом сейфе, и вот кто-то, добрая душа, это так и осталось за кадром неизвестно, перевели этот роман Эдмона Гамильтона «Звездный король». И вот с этой пленки я, смотря ее как диафильм с диапроектора, я прочитал. До этого я читал нашу фантастику. Казанцева там, еще каких-то писателей, сейчас уже даже не хочу помнить, но это совсем нет. Я с удовольствием читал Беляева, с удовольствием читал, но это было довоенный. Грин, кстати, мне нравился как писатель. Ну, кто он иначе, как фантастом его не назовет. Вот, но это не та фантастика. Ефремова я читал, да, но Ефремов мне, кстати, никогда особо не был близок, хотя произведения были очень хорошо, очень сильно насыщены всякими злободневными проблемами, но их было тяжеловато читать. У него стиль подачи материала был тяжеловат. А Стругацкий? Вот. Стругацкий, да-да, Стругацкий, замечательно, Стругацкий. Вы знаете, как ни странно, они мне были не шибко близки. Первое, что я у них прочитал, это «Полдень, 21 век». Ну, обрывки. Вот обрывки и все. Вот чего-то такое они хотят сказать, они досказали. Потом я читал и «Страна багровых туч», потом я читал уже даже и все вот эти «Трудно быть богом». Все, это серьезные произведения. Серьезные произведения, безусловно.
Но мне всегда нравилось, как это сейчас модно говорить, движуха. Мне всегда нравилось вот это вот помесь какого-нибудь детектива с боевиком. А я до сих пор не стесняюсь того, что я с удовольствием смотрю американские боевики со Сталлоне, со Шварценеггером, с Брюсом Уиллисом. Вот сейчас вот этот вот самый для меня недавно стал открытием, ну, может, последний год, полтора-два, это Стэтхэм. Вот, где действительно движуха, где есть какое-то детективное начало, где есть какая-то тайна, но одновременно там битвы, драки, схватки, красивые женщины, вот такие вещи. Ну, видимо, так это самое легло мне просто по натуре. Ну, экшен, элементы красивой жизни, как вы сказали. Абсолютно, абсолютно. И экшен должен присутствовать, экшен, крепко завернутый сюжет, обязательно какая-то тайна. Обязательно там должен быть красивый антураж. Ну, вот, кстати, вопрос, я очень люблю оперетту. Ну, за что любят оперетту? За красивых женщин, за хорошую музыку, за задорные танцы. Это свойство натуры человеческой. И отсюда никуда не идешь, если в тебе это есть. А кто-то любит углубленно читать философские там разные труды. Нет, к философии я на самом деле тоже неплохо отношусь, но я не являюсь ее, что называется, плагиатом. Вот, хотя мысли философские тоже меня посещали. Стругацкие были не мое. Я прекрасно понимал всю глубину их мыслей, мне все это было понятно, непонятно, не все было понятно, потом я до этого доходил, я это читал, я с этим знакомился, внимательно знакомился, равно как я потом внимательно знакомился с такой вечной книгой, как Библия. А вот, но это все не мое. И я вот на определенном этапе, вот когда я прочитал вот это вот самое произведение «Звездные короли» Гамильтона, я заглянул на дату написания. Она тоже была проставлена в этой рукописи. 47-й год. Это крутой фантастический боевик с замечательным сюжетом, авантюрный. Настолько там все сделано красиво и здорово. И вот я подумал, черт подери, что происходило в Советском Союзе тогда, в 47-м году. Боролись с каким-то космополитизмом, боролись с преклонением перед Западом. Боролись. В литературе должен был быть социалистический реализм, где там постоянно вступают в конфликт квартальный план и запчасти, где там что-то еще творится, так сказать. Наша фантастика была пронизана идеями коммунизма, где там все всем, так сказать, раздают, все равно, там уравниловка полная и всякое такое прочее. Вот такой был роман Геонея, автор Мартынов. Там, значит, это Геонея, там неземная женщина, которая там оказалась в итоге замужем на нашем землянином, ну, в общем, ахинея полная. Или Казанцева почитать тоже. Всякая хрень, по-русски говоря. Вот. И вот это была наша фантастика в 60-х годов. А американцы уже в 40-х, послевоенных годах творили такие вещи. И я задался целью. Да что ж, не задался вопросом, да что ж, наши не могут, что ли? Вот такого написать, такого сочинить, что ж, черт возьми, да задержал-то обидно. Да взял и сам стал сочинять. И вот сочинил. Принцип догнать и перегнать Америку в данной нет, ситуации. Нет. Но это не тот случай, что мы Америку догнали по надою молока. Знаешь, это принцип? Я понимаю. Да? Не знаешь, нет. Не знаешь, по мясу не догнали. По мясу не догнали. Знаешь, почему? Почему? А потому что сломался у быка. Ну, скоро интервью, я не буду это озвучивать, так сказать. Вот. Нет, это был не тот случай. Это просто было за державу обидно. Именно за державу обидно. Да что ж, черт подери, ну что ж такое-то? Мы что, не можем похожих вещей сочинять? Вот, кстати, сейчас у нас даже нет уровня близко нашего кино, потому как такого, как снимал Голливуд в 80-е и 70-е годы. Даже близко нет этого уровня.
И не потому, что туда, так сказать, отбрахивают, а отпускают огромные деньги. Нет. Дело не в этом. Не умеют. Вот все наши боевики, они все равно гораздо дешевле смотрятся и по фабуле, и по интриге, и много почему. Не умеют. Не умеет наша кинопромышленность, так сказать, такие вещи. Не умеет. Вот. У нас есть другие кино, других жанров, да, хорошие, глубокие. У нас есть, кстати, много интересных военных фильмов. Ну, кстати, по поводу военных фильмов, это отдельный сказ. Если собрать все фильмы, которые сняты у нас про войну, сложить их воедино по времени, я думаю, что они будут раз 100 длиннее, чем вся война длилась. Вот это вот так. Да. Нет, что касается кино, но у меня есть свое мнение. Мне кажется, вот Россия очень неплохо себя чувствует в короткометражных фильмах. Я лично знаком с режиссерами, которые снимают короткометражные фильмы, и почему-то вот они действительно получаются интересные и качественные. А боевики, ну как-то да, наверное. Понимаешь, я говорю о том, что мне близко по жанру. Вот, вот у меня супруга читает много всего интересного. Ну, я, кстати, тоже с удовольствием читаю, например, вот, «Воспоминания Шаляпина», вот, книжка «Маска и душа», вот у него есть замечательная. Вот, она здесь читала книжку про, ну, не про, а Валентина Коровина, это художника знаменитого, книга его воспоминаний. Замечательно написано, то есть помимо того, что он был потрясающий художник, вот, там очень интересные вещи написаны, он про старую жизнь, да при царе. Вот, и не только при царе, да, при царе, а вот, это в дореволюционные годы, вот, но здесь я даже не берусь обсуждать, может быть, так сказать, на эти темы снимаются какие-то фильмы, я их просто не смотрю, я не смотрю телевизор сейчас вообще, как таковой, в кино мне ходить, я никогда особо не любил кино, в кино, мне хватает телевизора, у меня был большой телевизор, есть там больше метра, у меня он величиной. Это не один, правда, телевизор, вот на даче у меня стоит. Редкий случай, я чего-то смотрю. Телевизор я не смотрю. Вот, а в кино я не хожу. Поэтому могу говорить только за то, что в моем жанре. Короткометражные фильмы. Что ж, у нас есть талантливый режиссер, безусловно, но я с удовольствием смотрю, например, и ты еще раз готов смотреть «Операцию» и другие приключения. С удовольствием, это классик. Да, да. Я с удовольствием могу смотреть как «Кавказскую пленницу». Кстати, вот из польских, значит, вот, фильмов я с удовольствием недавно пересматривал, специально в интернете нашел, перекачал фильм моего детства. «Пан Володаевский». Вот. С удовольствием посмотрели мы с женой. С удовольствием посмотрели сериал «Черные тучи». Потрясающее кино с великолепным, захватывающим жанром. Экшен, экшен. Какая разница, так сказать, что, из какой эпохи это все было сделано. Вот. Вот такого жанра вещи я люблю. Ну, у меня натура такая вот неуемная, экшен. И поэтому я и пишу экшены. Вот, правда, в последнее время я ничего не пишу. Потому что, честно говоря, мне уже сменил род деятельности. Ну, только что научные статьи по психологии. Я иногда участвую в конференциях. Ну, правда, последняя конференция я был в Стокгольме 2 года назад. Сейчас уже нет, не езжу. Однако, ну, туда надо просто поставить. Вы поменяли, скажем так, сферу деятельности и немножко отошли от литературы. А очень просто. Одно за другое цепляется. Значит, когда я стал заниматься серьезной литературой непосредственно как автор, тут поневоле приходится уже рассматривать психологию героев. Потому что просто экшен, если вот там что-то такое, а в это время набежали янычары, и никак это не оправдано ничуть и ничем, так... герои живут своей жизнью. Эти герои должны быть прописаны. Они должны состоять из плоти и крови. Вообще, любую свою книжку я писал так, чтобы она воспринималась как вот это хорошее кино. Чтобы там была зрелищность, которая, так сказать, в мозгу каждого человека возникает, когда он читает что-то хорошее. Чтобы, так сказать, эффекты, которые там ты передаешь словами на бумаге, а это не просто достичь. Чтобы они выступали перед тобой зримо. Чтобы сопереживание героя было действительно реальное. Как я тут жену
свою вот нынешнюю, она читала мою книгу. И вот, значит, ну, мою книгу, я-то ее наизусть знаю, я ее попытался, там что-то она зачем-то мне понадобилась, я ей говорю: слушай, ну поди сюда, подожди через 10 минут. Я говорю: почему? У меня, говорит, труп украли. Там в книге. Она подошла к тому моменту, когда там происходит исчезновение тела. Ну вот, она была так заинтригована, что она не могла от нее оторваться. Он говорит: сейчас, через 10 минут я... Вот она перелистнула несколько страниц, ага, тут уже про другое. Вот она решила, что 10 минут ей хватит. Так вот, чтобы сопереживание было, так сказать, вполне реальным, чтобы сопереживание было осязаемым, вот я так строил свои книги всегда. Ну вот и отзывы, которые мне поступали, они были разными. Самыми. Ну, понятно, что не обходилось и без всяких там ругательных, не без того. Ну, их очень немного, но были. Вот, а в основном, значит, вот последнюю часть трилогии, последнюю часть вот этой самой саги о вот этом самом своем герое Вете Эльмнике буквально у меня выпросили. Буквально выпросили по той простой причине, что вот а как там дальше, а что там будет, и попросили написать, кто же это на них напал. Вот в книге «Битва за Тарк» там сражаются с некоторыми, с некой галактической расой Геркулан. Человечество их благополучно все-таки одолевает, они там замыслили очень коварные штуки. Ну вот, и вот герой. То есть читатели все-таки тоже влияют на развитие литературы. А как же? Они буквально меня завалили. Ну, не то, чтобы уж просто там мешками мне письма носили, но в издательство АСТ, которое издавал книги, в частности, они мне переслали письма. Вот, что, слушай, говорит, допиши еще, мы с тобой заключим договор новый. Сделай вот, ну, хотя бы в какой срок. Ну, я сказал, я как женщина 9 месяцев должен писать, как роман. Они со мной заключили даже на год. Вот. Я сказал, что раньше 9 месяцев не ждите, потому что это должен быть полновесный роман. Вот. Галактическая саранча вот появилась именно благодаря читателям, совершенно точно. Более того, значит, ну, тут меня действительно как-то вот так все время, ну, кое-кто легал за то, что я пишу уж такую вот, ну, не то, чтобы вот этот экшен в фантастическом антураже, но антураж фантастический, он всего лишь навсего, ну, скажем так, мое мировоззрение на то, как будет, что будет, какая техника будет в будущем и так далее и тому подобное. То есть вот это вот некий элемент научно-фантастического, именно научно-фантастического направленности. Ну, я решил, да, что ты вот пойди попробуй напиши фэнтези. Что-нибудь, вот как так? А я терпеть не могу, кстати, фэнтези, как таковое. Вот этих всяких вот напридуманные эти миры, и бог знает с чем, с какими-то колдунами там, с какими-то ведьмами, вот, честно говоря, просто терпеть не могу. А вот... Я, кстати, хочу небольшую такую ремарку. Я бы очень хотел бы, чтобы все-таки все наши зрители понимали, что фэнтези и фантастика — это не одно и то же. Абсолютно разные вещи. Да, больше абсолютно того, совершенно фантастика... разные. Стиле, направление. Фэнтези это сказка. Фэнтези это сказка, совершенно верно. Сказка. Причем, вот, например, вот это вот Толкин, всякие вот эти вот, как этот очкастый мальчик-то, Гарри Поттер. Да-да-да, ну, Гарри Поттер, там тот же самый Аватар, это все такой так называемый стиль фэнтези, это жанр фэнтези. Совершенно, это все фэнтези, да. Ну, вот я, вот Толкина со всеми его делами, вот... Особенно я читал, назову, не скрою, читал, скажу прямо, вот, я одолел, вот. В кино, когда я пошел смотреть, появились все эти фильмы-то здесь у нас, ну, я действительно прагматик, и очень жесткий прагматик, более того, я разбираюсь в военном деле неплохо, потому что, ну, так случилось, что я и в армии служил, вот. Сейчас уже, правда, для армии человек давно бесперспективный, уже, так сказать, давно не настоящий ни на каких воинских учетах. Я майор запаса был. Вот, но не в этом дело.
Дело в том, что когда есть элемент какой-то недостоверности, прописанный в чем-то, неважно, в книге или, ну, в книге этого не было, здесь было в кино. Вот если кто помнит Толкина, там, значит, эти орки осадили крепость, сильнейшую крепость какого-то там короля, а крепость там супер-пупер. И в этой крепости было одно уязвимое место, там какой-то проход, через который, канал, через который там вода поступала. И вот эту крепость там пришли защищать еще и эльфы, там и гном этот знаменитый. Я когда посмотрел на эту крепость, я потерял всякий интерес к этому фильму дальше. Все. Я остановил, кто сочинял, так сказать, сценарий, кто, так сказать, это придумывал, для меня перестал существовать как автор. По той простой причине, что сильнейшая крепость была не защищена даже рвом. То есть это азы фортификации для сильнейших крепостей. Да какой-нибудь замк там и то должен быть ров, как минимум, с водой. А тут даже не было рва. И эта крепость называется сильнейшей там в Средиземье, что ли, или еще где-то. Я просто ушел, это где было в Доме литераторов, я смотрел, тогда это шло еще узким экраном, я ушел в буфет пить пиво. Который, кстати, не люблю. Но водки там не дал. Ну, и киноляпы-то есть во многих, между прочим, фильмах существуют киноляпы, и вот, ну, не исключение. Это не киноляп. Это не киноляп, это провал. Такие вещи нельзя, говоря о таких вещах. Вот если взять фильм венгерский «Звезды Эгера», вот, там крепость действительно без рва, но она и не позиционируется как сильнейшая. Там действительно венгры останавливают турок в этой не сильнейшей крепости. Там есть куда более сильные крепости, которые просто-напросто, на которые турки обрушатся. А здесь, вот, она не позиционируется. Так вот, ну, это не киноляп, это частность. Там много ляпов других, которые, так сказать, с точки зрения, ну, скажем так, военного человека, коим я когда-то был, я просто вижу, что, ну, человек просто не разбирается в своем. Так же, как нынешние сериалы про войну, ну, страдают столькими ляпами. Вот и в чем меня ни одна рецензионная личность, назовем это так, не обвинила, вот это где у меня прописаны боевые схватки, неважно. Или это дерутся, так сказать, в рукопашную, или это бьются звездные флоты в незнании предмета. Вот это я всегда старался прописать со 100% надежностью, чтобы там все было прописано от и до. Вообще один очень известный писатель, мой приятель, даже, ну, не буду называть его фамилию, он в свое время сказал замечательную вещь, что если ты о чем-то пишешь, ты должен знать и владеть материалом в 10 раз больше, чем тот, который ты изложил на бумаге. То есть вот такой запас прочности и знаний должен быть о предмете, с которым ты работаешь. Вот, а моя фантастика, она фантастика именно... Да я бы не сказал, что это даже фантастика. Я претендовал, конечно, на большее. Не знаю, как вышло, так вышло. Это разговор с современниками о современных проблемах только вот таким вот, ну, несколько языком. Там опять-таки же вечные темы любви, дружбы, предательства, ненависти, подлости. Ну, вот такие бескорыстие. Темы. Это вечные темы. Это тема, да, такие темы будут всегда актуальны в литературе. В принципе, да. Вот, собственно говоря, так вот. А фантастика здесь как, ну, если хотите, как прием. Так вот, последнюю часть, четвертую, «Галактическая саранча». Так вот, и на обвинение в том, что... Ну, не обвинение, так меня подъесть пытались, что вот пойди попробуй, напиши-ка фэнтези, ха-ха. И вот я себя попробовал в этом жанре. Там целый здоровый раздел этой последней заключительной части, это довольно толстая книга, происходит в выдуманном мире, где есть и колдовство,
где есть всякие разные непонятные штучки-дрючки. Вот. И этим лихо пользуются наши, скажем так, агенты, которые в этот мир заброшены. Волею судьбы. Вот. Вот галактическая саранча, это да. Это, так сказать, вот фэнтезийный. После этого как-то я не получил ни одного, что называется, упрека о том, что я бы не справился с фэнтези. Справился. Теперь по части, так сказать, что называется, вот несколько отошли мы от этой линии, почему вдруг сменил что-то. Так вот, я уже говорил о том, что герои должны быть своей жизнью, они должны быть достоверны, они ходульные, должны быть живые люди. На определенном моменте я заинтересовался психологическими всякими аспектами этого дела, как прописать это правильно. Вот, ну, стал изучать кое-какую литературу, а потом понял, чтобы серьезно что-то изучить, надо получить системное образование. Просто системное образование. Ну, и недолго думая, я пошел и поступил на вечернее отделение психологического факультета Московского университета. Вот, и с удовольствием закончил. Чтобы разобраться, да, поступить выше. Да. Я действительно вполне разобрался с этим делом. А вот, более того, саранчу я уже писал сознанием дела. И вот это где у меня фэнтези кусок. Герои там вышли замечательные, я их до сих пор люблю, отрицательные и положительные. И что еще сказать могу? Ну, вот... Характер, каждый там харизматическая личность, между прочим, это для читателей. Хочу, в общем-то, для наших слушателей рассказать. И я рекомендую, собственно говоря, романы Владимира Трапезникова почитать. Их найти в интернете достаточно легко. Саранчу я не уверен, оцифровали ли ее. У меня своих книг осталось, ну, у меня было не так много авторских экземпляров, но благополучно растащили. Ну, там то сын кому подарить, то дочка кому подарить, то, слушай, а папа написал что-нибудь новенькое, ну вот, дай книжку. Ну, в общем, короче говоря, своих книг у меня осталось буквально, может быть, несколько штук. Вот, а вот оцифровка, не знаю, оцифровали саранчу. Битву за так оцифрована, агент космического сыска оцифрован весь. Вот. А вот что касается вот саранчи, не знаю. То, что книжки продаются на вторичном рынке, это да. Это правда, это я видел. Вот. А вот насчет оцифровки саранчи, не знаю. Просто не готов сказать. Давно не заглядывал. Ну так вот, и вот саранча написана уже, так сказать, что называется, с профессиональным знанием. Там уже и герои, и антигерои, все выписаны. Ну, скажем так, пером профессионал. Назовем это так. Вот, и где-то после окончания факультета психологии, это 96-й год, да, или 95-й, сейчас точнее не вспомню, надо в диплом заглянуть. Ну, так вот, я стал работать по специальности психология. Более того, я такая, значит, у меня специализация очень интересная. Я стал сексологом. Вот специалистом в области, которую, в общем-то, наверное, скоро вообще в России неприличные будут считать. Вот на этой почве, так сказать, и разбирался довольно долгое время. Решал проблемы людей. Вот. Ну, научные статьи я писал по психологии. Вот, ездил на конференции различные. Вот последние 2 года назад я был на конференции в Стокгольме. Ну, туда я посылал тезисы, меня приглашали. Сейчас я тезисы никуда не посылаю. Живу на даче. Фантастику не читаю. Кстати, очень неплохо относился всегда к Лему. Вот, Станислав Лем, вот это, да, действительно... Это была совсем не социалистическая фантастика, совсем не соцреализм, и он мне был очень даже симпатичен, это правда. Вот я просто когда говорил об авторах, вот Лем был интересен.
Очень. Да, Станислава Лема можно было и в Советском Союзе, в общем-то, найти. Можно было найти, его печатали, но я подозреваю, что не все его печатали. Вот мне почему-то так кажется, потому что... Я затрудняюсь сказать, я родился в 82-м году, Советский Союз развалился в 81-м. Я уже, в общем, не застал те времена, когда надо было доставать книжки. Я вот, к сожалению, я подозреваю, потому что у него, ну, скажем так... Много несоциалистических ноток проскальзывало в описании вот этих будущих времен. Вот так вот, много несоциалистических ноток. Ну, как-то печатали, в общем-то, ну, так же, как, наверное, у нас был Кабачок 13 стульев по телевидению. Вот если бы эти шутки взялись шутить, ну, скажем, в каком-нибудь не Кабачке 13 стульев, который был вроде как польским, да, а в советском каком-нибудь, в советской столовой или в какой-нибудь забегаловке. И это было бы, так сказать, в России. Я думаю, цензуру бы тут же прикрыл. Вот. А вот раз это там какие-нибудь паны, раз там пани, ну да, это не у нас, это вот там. Ну вот. Так же здесь с Лемом такая же ситуация, что это вроде как не у нас. Или вот, пожалуйста, далеко ходить не надо, это Хмил и Анна Хмелевской. Вот. Вот замечательный у них детектив, что сказал покойник. Вот и кино снимали, было потрясающе. Но не только это. Или взять ее даже по морскую книгу. Вот. Да, печатали у нас это дело. Но там очень-очень-очень ярко выражены некие несоциалистические нотки. То есть, почему я и предполагаю, что у Лема, возможно, не все переводили. Может, я ошибаюсь? Не знаю, это мое мнение. Ну, я не могу похвастаться там потрясающими знаниями творчества Станислава Лема, поэтому тоже затрудняюсь сказать. Кстати, расскажите, пожалуйста, о встрече с Станиславом Лемом. Я знаю, что в 93-м году вы с ним так получилось, что вы с ним встретились, увиделись. К сожалению, это было действительно однажды. Мы от своего такого творческое объединение наше, Всесоюзное творческое объединение писателей-фантастов, печатать собралось фантастику не только наших авторов, но и авторов польских, в частности, потому что, ну, и с болгарами мы пересекались, и даже с немцами. Вот, но немцы, правда, вскоре рассыпались в 89-м году. Буквально мы только собирались, а они уже рассыпались. Стали не ГДРом, а ФРГ. Вот, а Польша еще была, так сказать, вот такой страной, где... Как-то вот можно было переконтачить. И вот мы, значит, небольшая делегация, нас было трое или четверо, мы ездили. Вот, и я не помню, где он тогда жил, давно это было. Ну, считайте, уже почти без малого 30 лет назад. Вот, да, договаривались, ну, не я договаривался, наш, что называется, директор, договаривался. Вот, а встреча, мы были у него дома. А? Как это сейчас можно говорить? Менеджер. Наш менеджер. Нет, он был организатор. Это человек, который, собственно говоря, и договаривался в Сибирских огнях для того, чтобы там все это наше издательство организовать. Очень, так сказать, продвинутый товарищ с точки зрения бизнеса тогда. Он и с комсомолом договаривался, чтобы нам отдали тогда на раскрутку 50 тысяч рублей. Но тогда комсомольцы очень хорошо распоряжались деньгами, они нам дали. Мы им долг отдали буквально в течение нескольких месяцев. Ну так вот, он договорился через кого, не знаю, видимо, через каких-то культурных, представителей культуры Польши. Да, мы были у него дома. Вот, это единственный раз, когда я встречался с Лемом. Вот, он как раз нам рассказывал, что он давно отошел от литературной деятельности. Вот он живет, так сказать, сейчас тихо, спокойно своей жизнью. Он ничего не пишет. Фантастику он не читает. Я его сейчас очень хорошо понимаю. Ну, 30 лет назад я был гораздо моложе. Ну вот, ты тогда не очень понимал, как это можно не писать, там, если вот, лапа зудит. Вот, фантастику он не читает. Пили мы чай. Что покрепче нам не предлагали. Ну, вся беседа состоялась буквально в течение, ну, наверное, от силы час-полутора. Распрощались очень тепло.
Мы ему подарили свои книги. Не знаю, читал он их или нет, потом без понятия. Он нам тоже подарил какую-то книжку с автографом. Не каждому, а одну. Вот, пожелал нам всем успехов. Вот, в нашем непростом деле. Сказал тогда, помню, что писательский труд очень неблагодарный. Вот сегодня тебя читают, а завтра тебя забыли. Сегодня ты кумир, а завтра о тебе и не вспомнят. Вот. Нет, нет, он не производил впечатления обиженного. Нет, отнюдь. Просто вот он констатировал такой факт. В общем, он прав. В общем, он прав. Дело в том, что у каждой эпохи есть свои писатели, свои композиторы, свои темы культурного звучания. Это понятно. А классика, ну, если ее специально не вспоминают, она исчезает. Ну, вот, например, сейчас вот ту же «Войну и мир» много кто читает. Или «Тихий Дон» – это величайшее произведение человечества. Кто их сейчас читает? Или Тургенева «Отцы и дети». Вообще творчество Тургенева много ли кто знает, много ли кто с ним знаком, но его изучают в школе. И вообще, кому нужен тот же сейчас, если разобраться, вот из молодежи Евгений Онегин? Ну, что они оттуда подчеркнут? Исторические знания из той эпохи, чувства, а чувства, они вечные чувства, да и то, и это сейчас совершенно вопрос морали, совершенно, так сказать, другие. Там дворянское общество, здесь неизвестно что. О чем говорить? Так что труд писателя, он неблагодарный. Сегодня ты на коне, завтра ты... Я изучаю как раз таки классику, и в том числе русскую классику. Прежде всего русскую классику со своими студентами изучаю. В общем-то, много кто... А это, наверное, прошу прощения, для того, чтобы хороший русский язык каким-то образом, что называется, подтянуть. Потому что в русской классике действительно хороший русский язык. Хороший русский язык. Ну, не просто так говорится. Я согласен. Не просто так про Пушкина говорится, это наше все. Потому что он действительно один из основоположников, основателей современного русского языка. И тут можно к нему по-разному относиться. Нравится, не нравится. Совершенно. Здесь я полностью согласен. Так же, как Иван Сергеевич Тургенев, так же, как Чехов, который, так сказать, вообще отличался точностью слова. Кстати, о Чехове. Например, вот знаете ли вы, что Толстой Чехову заявил такую вещь. Вы, говорит, излагаете свои мысли на бумаге так, как вообще говоря, не стоит их излагать. И если можно, не пишите. Вот это Толстой сказал, который с моей точки зрения писал жутко тяжелыми фразами, и его читать невероятно тяжело, пока, так сказать, как это я в школе считал, ну и, собственно, до сих пор считаю, там есть такие фразы, что пока конец читаешь, начало забыл. Вот просто там с такой длинной фразы, что там идет двоеточие, точка с запятой, еще что-то. В общем, конец читаешь, начало забыл. И вообще о чем? И взять Чехова. Который, так сказать, своим письмом, причем коротко, образно, особенно вот это просматривается в его рассказах, когда он еще писал Антоша Чеханте. Дальше пьесы. Пьесы тоже, так сказать, всякие «Дядя Ваня» и прочие разные. Они интересны, ну, с точки зрения, опять-таки же, изучения того общества. Ну, посмотреть, как вообще русское общество развивалось. Опять-таки, общество. Там нет таких пролетариев откровенных. Но есть там какие-то слуги. Ну, вот купец Лопахин в Вишневом саду. Вот, но это, ну, не пролетарий. Вообще, в принципе, новое общество. Вот эти вот старые дачники, и вот новое общество, там бизнес-общество, да, новое. Да. Но что почерпнет современный читатель, кроме какой-то исторической картинки, больше ничего. Пушкин — наш все. Ну, наверное, наш все с точки зрения поэзии. Ну, вот я вот конкретно, да, у него много чего,
Кстати, насчет современного языка. Да, он впервые стал писать невыспренными фразами, типа Жуковского, типа Державина. Да, он стал писать, да, простым языком, но опять же, языком того времени. Языком, нет, на котором просто они между собой изъяснялись. Да, это язык того времени. Но что вот может почерпнуть для себя, вот изучая в школе, тем более молодой человек, из того же Евгения Онегина, что он может для себя почерпнуть? Вот что? На этот вопрос мне не ответит никто, кроме исторического среза, что да, вот были такие взаимоотношения, были вот такие, так сказать, такое было общество, вот так в этом обществе было принято. Некая историческая картинка. Историческая картинка. Все. Больше ничего. А с точки зрения, ну, я тут хотел уж как-то что-то неприличное сказать. Да, воздержусь. Шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Я по поводу Серафима. Вот, или, так сказать, уж от скромности парень точно не умирал. Но это известно и по его биографии, он памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Ну, скромный малый был, скромный, прямо скажем. Нет, я не берусь его критиковать никоим образом, особенно его образ жизни. Там много чего про него можно, так сказать, там нарыть. Люди, которые интересуются, сами почитают, сами составят мнение. Нет, ну, это как вот, правда, анекдот. Вот не могу не вспомнить сейчас по поводу этого дела. Вот на Пушкинской площади стоит Пушкин, памятник Пушкину. Вопрос одного знатока. Ребята, скажите, а почему памятник стоит Пушкину? Ну как почему? Ну вот, а, ну, попал-то Дантес. Ну да. Это попал туда, Дантес, согласен. Попал Дантес, а памятник Пушкин. Ну, вот куда ближе, опять-таки, ну вот с точки зрения исторических картинок, с точки зрения изящности стиха, с точки зрения того, какой это стих мелодичный, все. Но можно взять Есенина. Да, действительно, это самый большой поэт, ну, скажем так, начала 20 века. Самый большой поэт. И то, что, наверное, в России в то время там много было поэтов Серебряного века, но он действительно превосходил всех. Ну, и кто, так сказать, хотя бы... Начало 20 века очень богатые были времена. Да, именно... да. Вот это так называется, Серебряный век. Поэты Серебряного века. Век. Да. И здесь мы можем список, он огромнейший. Там, и, там же и Блок, вот, и... Но первым стоит Есенин. Конечно, это действительно. Вот самый гениальный поэт, вот так поэт из простолюдинов. Вот, из простолюдинов, из крестьян, да, вот такое народное дарование. Да, действительно. И умер он рано, ну, опять-таки же. Ну вот, и смотрите, что получается. О чем поэзия? Да, действительно, лирические стихи просто потрясающие. Они для всех времен и народов. Но Москва Кабацкая уже, это что? Это сплошное хулиганство. С матершиной в том числе. Так вот, да, это опять. Да, что оттуда можно почерпнуть? Что оттуда? Картинку, срез эпохи. Вот описанный таким образом. И читается это, конечно, гораздо интереснее, чем вот какой-то скучный труд какого-нибудь академика читать, как там чего, что и было, вот исследовать. Здесь все. Здесь, так сказать, что называется, взгляд изнутри, да еще в легко воспринимаемой форме. Блестящий. Ну, вот что касается, так сказать, про поэзию, я могу сказать. Ну, что еще я умею отличать? Плохие стихи от хорошего. Вот тут, это было, наверное, в позапрошлом году. Не наверное, это точно было в позапрошлом году. Мы с женой возвращались с дачи. Ехали на машине, играло радио. Ну и вдруг, значит, эта самая песня идет, и такой текст, ну, на ухо ложится, просто-напросто. Настолько день ушел, убавилась черта, я опять приблизился к уходу, ну и так далее. Я слушал, затаив дыхание, эту песню, поет кто-то современный,
Потом сказали, вы прослушали песни, ну там, оказывается, что-то еще было до того, в исполнении Александра Маршала. Я думаю, ну ничего себе, не перевелись таланты на Руси. Вот, а авторы ни музыки, ни стихов не объявляют, но я решил, что это сам Маршал все сочинил, тем более песню исполнил здорово. Буквально через пару дней мне жена звонит с работы. Говорит, ты сейчас, говорит, если на стуле, то возьмись руками, чтобы под стол не упасть. Я говорю, а что? Ты знаешь эти стихи? Я говорю, ну вот Маршал пел, не объявили, наверное, его. Сергей Есенин. Ну, я под стол чуть не упал, действительно. А я думал, что это Маршал такое сочинил. Вот Есенина и великих ни с кем не спутает. Современными стихами. Есенин был, и многие современные музыканты брали стихи Есенина, брали и берут до сих пор, и уже их попоют. Но каково было услышать, я думал, что это Маршал сочинил, я думал, что это и новые писатели, поэты не перевелись. Вот какие вещи пишут. А стихотворение достаточно такое, ну, скажем, с элементами мистики. Вот. И вот оно понятно только человеку уже возрастному. Вот молодежь. О чем вообще идет речь? Вот молодежь, я думаю, лет до 35 даже, не шибко понятно человеку, о чем речь. Жизнь кажется вечной, бесконечной, перед тобой тысячи путей еще раскрыть. Но нет, 35, наверное, уже многовато, а вот до 30-ка точно будет неясно. Вот, такие вот вещи. Ну, могу сказать. Литературе, как вообще, в принципе, к любому из искусств, надо еще приготовиться, надо до нее, что называется, дорасти. И это ни для кого не секрет. Вот интересная штука. Вот в этом плане я могу сказать, что если вещь сделана талантливо, она многослойна. Если вещь сделана здорово, ее творил гений. Она многослойна. И многослойна вот в каком смысле. Она станет понятна без разъяснений подавляющему количеству, ну скажем так, потребителей. Возрастным потребителям. То есть молодое поколение поймет на своем уровне, среднее поколение на своем. Уже учитывая опыт молодого, оно увидит, что оно недопоняло в 20 лет. Что ты не в 30 лет ты поймешь, 35, ты поймешь, что ты недопонял 20. А в 50-60 ты поймешь, что оказывается все, что ты понимал, и что тебя цепляло в 25, 30, 35. Ребята, вот самое настоящее это понимание. Когда кусок целой жизни прожил. Вот так. Здесь вот. Вот, насчет поэтому вот это вот стихотворение «День ушел, убавилась черта». Да нет, я думаю, что и молодежь склонная, что называется, мозгами крутить, много вынесет. Да, но вот, на самом деле, вот посмотри сам вот это вот стихотворение «День ушел, убавилась черта». Вот, прочитай это стихотворение, уже в твоем возрасте вполне многое понятно. А вот потом заставь прочитать отца, это дело, и маму. И они тебе расскажут, другие ассоциативности. Вот они примут и твое мнение, но скажут, что тебе еще надо подрасти, сынок, до того, чтобы прийти вот к этому пониманию. Вот так вот интересно будет. И это не потому, что ты глупый, умный, или, так сказать, дурачок, или супер-пупер. Просто это чисто возрастное. Это чисто возрастное. Действительно. Вот так. Вот такие пироги. Так, ну что, о чем думаю, наверное, на сегодня мы уже будем прощаться. Практически уже так наше интервью подходит к концу. Я бы хотел бы вас сердечно поблагодарить за то, что вы откликнулись на нашу просьбу, на мою просьбу, так рассказать свои взгляды на литературу,
Шановні панство, дійшай у нас був в таких віртуальних гостях лауреат премії «Звоти Пюра Росії», чвонек Союзу Пісажей Росії Владимир Трапезников. Спасибо вам большое, желаю и вам... И еще лауреат премии, прошу прощения, маленькую, ну чуть-чуть ставлю. Еще лауреат испанской премии «Золотая барса». О как! Да. Спасибо большое еще раз за интервью. Вам спасибо, обращайтесь. Всегда рад побеседовать на самые разные темы. И не только о литературе. До свидания. До свидания. Шановні панство, припоминаю, що дійшай мали ми вивід з лауреатом премії «Золота пера Росії» з Владимиром Трапезниковим. Мам надію, що сподобався вивід. На дійсь то всього. Життя традиційне. Здоров'я і сукцесу. До побачення і добранут. Очень не зря.